идет. Ваш офис слишком мал для меня. Помогите. Алиса, игра. Стране чудес, как я в лифт пойду. Ё-моё, хорош раздуваться. Всем доброго здоровья и приятного аппетита еще скушать. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Возвращаемся в игрушку под названием Stick it to the Stickman. Ох, новостей будет тонна. Как видите, два новых персонажа. Да. Мы их пощупаем. Короче, появится секретная концовка в этом ролике. Также куча новых читов. И очень много дополнительной интересной информации. В общем, ладно, что у нас делает Катя? О, я его приобнял. У нас, да, мы в прошлый раз показывали вам качка, но он это непростой. Супер, да, 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 качок. Спасибо, что Юля уточнение добавила, потому что он увеличивается в размерах, становится ультра крупный. То есть, если мы раньше предполагали, что прошлый, ну, типа, качок увеличился, это было не так. Короче, что из новых читов? Во-первых, появился какой секретный персонаж, который открывается при прохождении секретной концовки. Секретно читовый персонаж, которого вы не видели и даже не представляли. Кстати, спасибо за ваши варианты по поводу фантазерства. Здесь добавили, ну так скажем, может быть, ну никто эту идею не сказал, но, как сказать, до нее можно было, в принципе, дойти. Так, Миш, наверное, давай сначала. Слушайте, давайте немножко почитаем, что у нас есть. Даже нам, так, ну вот это, в принципе, ну кореролл. Нас... Столько все равно много нового. Ну давайте вот это, будем ближнюю атаку опять качать для качка. Короче, смотрите, писали про какие вы читы интересные. Во-первых, Control Home убивает всех на этаже, видите? Ага, это удобно. Немножко ускоряет процесс, например. Вот чувака. Слушай, он был такой? Слушай, вот, не помню. Слушай, о чем дело? Ой, он меня душит. Нет, слушай, не вот еще новый персонаж. Да-да-да. Но... Слушай, да, давайте... Не-не-не, я его не буду быстро убивать, я хочу на него посмотреть. Нет. Хорош, Миша, все. Миша, тебя сейчас загасит. Ладно, тогда извините. Тебя мало. Умри быстренько. Быстро ты передумал. Дальше пошла инфа. Качок, смотрите. Так, это еще пока слабая форма. Так. Мы сейчас прокачаемся. Джим Мембер, давайте, окей. Так, помимо этого, какие еще есть? О, смотрите. Брум. Жесть. И можно обратно. Прям... А можно, да, вот сюда. Вот, теперь, короче, это Control Page Up. В общем, я, кстати, пощелкал все. Видите? Видите, какой мы гигант стали? Да. Теперь наши удары вообще просто в лютую выносят. Опа. Оно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это починить? Все нормально. Что хотел сказать? Перечитовал, называется. Перечитовал, да. Помимо того, что мы поднимаемся по этажу. Прикольно, дропкик какой-то. Гасятся все враги. Да-да-да-да. То есть это, типа, более крутая форма. Еще спасибо за информацию. Ребят писали, что на кнопку K можно восстановить ХП. Но, к сожалению, в данной версии эту функцию убрали. А ну, жих! Единственное только... Только мы, видишь, пока не используем вот эту штуку. Какую именно? Ну, с увеличением. Мы как бы становимся опять стандартного размера. Мы, да, нет, оно, знаешь, а потом, оно сдувается, знаешь, да, то есть через какое-то время тут идет типа сдув. Как будто как вампиризм работает. Ну, в плане ты такой подзарядился. Опа, от ничего противника. Себе, вот это прям жутко офигенная штука, вот, ребят. Мы как рестлер, посмотрите. Ну, вот это рестлер прям, да? Смотри, Джон Сина! Видали? Нормально вообще темка-то. Так, жалко, я не узнал, как стамину восстанавливать. Если честно, боюсь некоторые вещи нажимать, но на Ctrl F1 это слоумо бесконечное. Оу. Далее, на Ctrl F5 интересная, Миш, тема, ты, кстати, смотрите. Помнишь шляпника? Покадровая, да? Слушай, вот шляпника не особо помню. Блин, я как бы не помереть. Не помню. Странная штука, я не знаю, для чего она нужна. У нас я он ее выключу. Ой, не успел. Успели. Ой, блин, ну ладно. В принципе, восстановится ХП. Слушай, мне надо немножко это вот так сделать. О, ну давайте вот это проверим, что за удар. Так, куда ты пошел? Столько всего, если честно, у меня глаза разбегаются. Так, пузики лежать. Извините, что пользуюсь этой штукой, просто очень много информации, бить по одному и тому же. Мы сторонники, как сказать, максимальной концентрации контента. Да. Так, ого, что за... Реально ты рестлер какой-то, слушай. То есть у нас приемы как... Качечка. Вот это, если я сделаю, нам ХП восстановили. Спасибо! О, давайте еще прокачаем, чтобы мы точно, конечно, стали качком. Конечно, но вот с этим я подерусь, окей. Интересно, а можно вообще сделать чуть ли не полностью вот из этих качковых составить? Ну, я думаю, можно прилично его нафига. Слушай, я сейчас так помру. Сорян, извините, хотел так завалить, но я просто... У тебя сейчас восстановится. Ага, все, сейчас возьму. Так, вот это мы можем еще прокачать. И мы уже 2x качок.
Так, все, захожу сюда. Да, Миш, жизни у тебя крайне мало. Поэтому. Ну ладно, здесь надо устроить махач. Махач. Ого. О, жизни, Миш, жизни. Так, ой, не ту кнопку нажал, все, поехали. Все, отлично. Ну что, подходите. Ай, серьезно? Вот, заметьте, что мы что получаем. Акции. Ага. Вот. Так. Ну, мы смотрите, как сделаем. Они нужны для того, чтобы открывать. Да, персонажи. Ну, персонажи. Камбэк, камбэк, жесть, камбэк. Жесть. Как только вам единственное, мы не прокачаны. Сейчас все сделаю. Ого. О, я встану вообще. Слушай, я упал и все. Я не жилец. Я дочитовался. Дочитовался. Так, ладно, слушай, как мне... Ладно, сменим карьеру, типа. Но на самом деле... Ой! Одну секунду. Мы оказались в машине каким-то Запер. Образом. О. Так, потихоньку идем, прокачиваемся, телепорт. Ладно. Телепорт я помню. Сейчас мы лучше вот опыта набьем себе. Сейчас дверь откроется, любая. Сейчас увидишь. Блин, вот там бы но здесь. Все... Я застрял. Не там. Половинчатым. Мне кажется, ты когда много вот так телепортируешься. Все, заметь, что с игрой творится. Если мы вниз опускаемся, отгружаются этажи. Ё-моё. Все, мы вернулись. Все отлично. Сейчас дальше посмотрим, пощупаем, что у нас есть. Попрокачаемся. Еще ноги появились. Тихо, не вздумай стрелять. Он, видишь, он боялся. Иди, иди, иди отсюда. Рука отрезала. О. Но у нас на самом деле вот следующий, этот если персонаж такой зожник, ага. То следующий перс это полная противоположность на да, самом но он деле. Он будет классный. Он классный будет на самом деле, да. Мне он тоже понравился. Ну, естественно, мы проверили, все тут интересно. Так, тихо, тихо, давайте. Вот этого шляпника я реально не помню. А, по-моему, добавили, да. Да, да. Ну, мне, конечно, блин. Это очень приятно, что игрушка прям блин, продолжает да, развиваться. Блин, да, она вообще просто офигеть. Каждый раз что-то новенькое. Причем в таких масштабах, в таких объемах. Хлещет, конечно, жестко наш чувак на самом деле. Ну, да. Он ну, еще он этот разбег, как... вот этот прям, Джон это Сина. Джон Сина, реально, мы Джон Сина, смотри, просто с ноги или бы нос. Халк Хоган. Ну, Халк Хоган это слишком такое давнее. Так, стоять. Тихо. Я могу вот это еще? Нет, это уже максимум. Чуть-чуть. Может, ну, давайте вот что-то. Это. Ну, видишь, нормально, отсюда. Жизни восстановились. Я что хотел сказать? Мне понравился один комментарий по поводу, знаешь, что в игру добавить? Так. Чтобы она шла на моем ведре. Желание очень ну, хорошее. Да, конечно. Ого! Что-то... Миш, ну ты прям устроил тут махач. На вот самом там... деле? Ого, махач! Надо было... Так, ага. Панч, дамага. Наверх не забудь. Ну, походу, сейчас тут далеко-то не доживем. А, ну, читы никто не отменял. Да, но как бы, блин. Блин, еще раз. Ладно, прокачал не то, что хотел. Блин, ну, они сейчас будут шмалить... Умрить. Вот и все. О, ну этого мы помним, мужчина, я с ним хочу так справиться. А, о, жизни. Ой, спасибо. Спасибо, они прям кстати. Да что уверен, такое? Что ты хочешь с ним ну, я попробую. По чесноку? Я просто думаю, хочется что... еще... Хорошо, я вас понял. Ага. Я вас услышал. Так, давай карате-страйк будет у давай, нас. Давай, все. Давай. Мы практически уже в самом верху. Единственное, у нас маловато как-то в этот раз в этом заходе. Короче. Получилось. Просто слишком часто не надо. Вот, давай пузики, вот прокачайся. Пузики. Все, давай. Все спокойно. Так, не во, будем увеличили хп-шечку. Торопиться. Так, я понял, что вниз, случилось. Наверное, не, просто видишь, все нормально. Подождали, пока... Ты приш... слишком быстро их уничтожил. Да, да, да. Неожиданно. Вот, все, дверь открыта для нас. О, еще одни качки. Сейчас классик я вас... Классик такой. Пошел. Вон, видишь, эти приезжают на этаж да, начали. Да, да, да. Агенты эти. Вы там не... Как это сказать? Не офигели? Нет. Респавнили? Ой, хипуры. Слушай, у меня пресс железный, а он не исчезнет, если что. А, ну... Я вернулся, если было эффектно. Миша, вот сейчас исчез. Ай! Не вздумайте, нет. Так, торпеда, давайте уже. Все, восстановили. Давай, лезь. Можно их это уничтожить. Хорошо. Морально. Морально уничтожить. Сейчас еще прокачка. Не стреляй! Не вздумай. Вот, все. Ого! Все. Это что сейчас было? Он не успел стрельнуть. Все, замечательно. Почти в самом верху. Ну, слушайте, творится. Здесь на самом деле много чего добавляют. А босса, добавляют. Интересно, можно буквально? Вот, да я думаю, можно. Уничтожить. Но сейчас попробую таким образом. Но если что, хочешь, можно щелчком его. Таносом, просто короче. Просто интересно. Да, кстати. Но да. Мы все равно еще придем к нему. Режим Таноса. Включаем режим Таноса. Да, сейчас стой, я должна увидеть. Режим Таноса.
Все. Смотри, сколько. Он не совсем. Но теперь можно добивать. Ну хотя. Смотри, что происходит. Он заваливает нас. Щелчок не работает, смотри-ка. Сейчас он спустится и не нарежем. А еще раз нажать. Он должен спуститься. Вот смотри. Все, сработал. Такс. А, тут, в принципе, можно выйти на секретную концовку. Но мы сейчас... Ого, у нас заглючило из-за того, что, видать, эти персонажи. Да. Такс, сейчас, в принципе, мы что сделаем? Мы повысим ЗП и возьмем нового перса. Ага. А потом принимаем вот эти штучки. Блин. Не то я что-то выбрал. Ну ладно, не страшно. Ай, просто угар. Я на самом деле обидно, немножко не ту концовку выбрал, надо было что-то повнимательней. И сейчас хочется просто быстрее добиться. Я теперь, смотрите, перекачанно стал просто. Я постоянно надуваюсь. Просто смотрите на меня. Я вообще какой-то нереально стал. Крупнявый. Просто адовый. Так, нужно вот сюда еще. Да позори на меня, я уже не влажу. Вон, можно еще прокачать. Смотри на этого гиганта. Просто куда уж. Я. Мое! Это ты дашь. Ты долезешь до сюда? Я не знаю. И что случилось со мной? Куда такой? Ребят, ваш офис слишком мал для меня. Помогите! Алиса, игра, в стране чудес. Как я в лифт пойду. Ё-моё, хорош раздуваться! Я не знаю, как туда залезть. Но я боюсь page up нажать ножками. Да не то. А сейчас оно это, знаешь, что у тебя закончится? Я хочу на самом деле посмотреть. О! О! Засасывайся, ну, быстро как-то. Отпустила, да ё-моё. Подкачался еще. Надулся качочек. Блин, ну вот это трэш начался. Случайная ситуация, на самом деле, реально. То есть я просто не то выбрал, хотел зарплату повысить, а в итоге я стал адовым качком. Самым адовым в мире, по-моему. Да, так, гиганта мы реально не видели. Да куда ты? Ё-моё, ты даже в окно не пролазишь. Не пролезу, да. Это жесть. Ладно, я дальше телепатию всех уничтожаю. А, не то же мы. Уничтожаю телепатию всех. Давай, подзарядимся. Да. Сейчас, телепатия. Все, отлично. Так, отлично. Блин, дайте еще одну. Да, было бы классно. Надо, знаешь, еще посмотреть, если там будет рерольчик. И вдруг появится новое. Ага, окей. Так, мы почти уже ничего уже не будет. Ну, слушай, можно докачаться до смерти. Ай! Ах ты жук. О, Мишка, хипы бери. Я сейчас возьму. Сейчас накачаюсь. У меня же, кстати, дали еще увеличить. Давайте сделаем это. Мы просто должны это сделать. Жесть. Давайте. Так, надо еще за хипчиками сходить. Сейчас постараюсь. Пока могу. Все, да. Полное. Давай, дуемся. Жесть. Блин, я его убил, но я мог больше стать. А, души гигант. Ты не влазишь вот. В экран. Так, ладно, сейчас я поаккуратнее здесь концов. Слушайте, я не знал, что здесь и концовки-то переписали. Здесь какая-то уже садомаза пошла. Трошанина, я немножко углубился и все время бью его по лицу. И мы начали уже получать кайф от насилия, то, что его бьем. И все. Мы его, короче, уничтожили. Ого, это что такое? Вот, это как раз можно, что я и хотел сделать, ценник изменить. Ну, мы выбираем это. Да. Ну, тут опять же, впервые повышается зарплата, хотя не впервые, у нас теперь 25 появилось. В общем, ладно, мы посовещались, здесь оказалось контента куда больше, чем мы думали. И даже, может, к вашему счастью, будет серии побольше, потому что надо еще показать одну секретную концовку, два секретных персонажа, а это, в принципе, уже достаточно. Да. А здесь оказались новые бойцы. Может, здесь даже и больше секретных персонажей. Ой, погоди, секретный персонаж, так я вот этого еще даже не пощупали. Ё-моё! Короче, реально, слишком много контента, давайте подождем. Если хотите, прям завтра же и продолжим. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока! Пока.